Праздничную программу мероприятий города отметили также и баскетбольным событием. Играли команды «Динамо Росэнергоатом» САЭС и «Динамо Росэнергоатом» КС. Предсказать результат было нелегко. Обе команды обладают хорошей подготовкой и готовы идти до конца. Активная игра десногорской команды помогла ребятам вырваться вперед в первые минуты игры. Хорошо организованное нападение и техничная защита хозяев поля редко позволяли сопернику перехватить инициативу. На протяжении всей игры достойно себя показала и команда из Курчатова. Ребята вели динамичную, честную игру. Тем не менее, даже несколько удачных трехочковых бросков гостей не смогли поменять ход игры. Победу обоих дней одержала команда из Десногорска. Мы прервали серию из поражений. У нас было несколько обидных поражений до этого. Сегодня и вчера нас очень здорово поддерживал зал, десногорские болельщики. Эта победа нас, я думаю, зарядит на будущее свершение. Для нас она была очень необходима. Чуть-чуть не хватило нам сил в концовке, немного опыта не хватило. Будем работать, будем стараться прибавлять, и победы придут. Следующую игру ребята из Десногорска проведут у себя дома. Соперником станет команда из Брянска. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.